что ж, всем привет, с вами Эдги, вы на моем канале. Ребят, сегодня мы играем в FK Mobile, как всегда. Но сегодня у нас новое событие. Нарушители. Давайте зайдем в нарушители. Что тут в нарушителях? Тут нарушители. Тут есть обмены. За 35 тысяч заработал нормик. 80-95 гарантированно. Да ну, 80-95. Так, меня что-то уже... Короче, сегодня в нашем видеоролике мы будем играть в... Зайдем в нарушители, посмотрим, что тут. Награды. Опачки, подарок. Давайте подарок в конце откроем, потому что я в конце просто хотел сделать. А тут команда 1. Команда 2. Еще у меня, кстати, деньги есть. В конце я открою вот тут немного. Так, да. Так. Что тут команда? А, хорошо. Тут есть определенные игроки. Они есть тоже, наверное, на рынке. 90, 200 стоит. Да понятно, не продается. 200. Ну, грамм, это слишком дешево. А все. Вот это можно и этого купить. Тут написано, не столько, а тут много. Ладно, давайте перейдем к делу. Так, у нас тут стенка из коробок. Давайте пройдем. Посмотри, посмотри. Ладно. Так, тут у нас, в принципе, надо бить штрафные. Мы... Отлично, надо было тебя сказать. Так, мы тут прошли, пройдем так. У нас дальше, у нас 5 очков нарушителей. Тут можно еще и купить их. За 80 тысяч монет? Ну что, офигели. А если я поставлю, ну, 200 хочу. 20, а, тут максимум, а тут будет 800 тысяч. Эй, нет, слишком дорого. Я бы 10 тысяч стоил. 100? Это сколько? 8 миллионов. 16 миллионов. Тут практически все мои бабки, короче говоря. Сколько уже Рика? Ну, тут мы тоже с легкостью проходим. Набор событий нарушителей. И тут у нас... Это... Пенальти, коробка очков. Ну что, пенальти должен быть. Ну тут пенальти, это интересно. Руле Брейкерс. Рафаэль Леао, 94 рейтинг. Пенальти. Эрлинг Холланд. И... Спокойно. Это уже девятка гол, это там. Так, друзья, ну тут у нас еще и матч. Нас ждет матч. Мы играем против Ювентуса, 45-я минута, 0-0. И тут нам дают 20 очков на руку. Это, знаете, сколько купить? Монет, это 20, если это... 160 тысяч. Тут 160 тысяч. Офигеть. Ну, кстати, ну мы тут начинаем с... So long.
Изи. Ну, блин, я бать. Блин, ему мне же твердлингу прокинули. 3-0. Старый как. Ну, блин, 3-0, где вы видели? А? Мы тут спокойно тоже выигрываем этот матч. И... набор событий. Все, у нас 40 очков событий. Ну что, друзья, вот такой у нас ролик-то и получился. Оставьте лайк, подписывайтесь, чтобы выходили еще чаще видео. Но, как я обещал в конце ролика, что мы сделаем правильно? Мы откроем паки. Ну вот, да. И там бесплатный набор мы еще откроем. Да и открываем. Бесплатный набор. Тут волкаут, да, не должно быть. Вот, тут 72. Из 70. Я обращаюсь к нему. Вот волкаут как бы. Понимаете, да? Топ, док, ну тут не может быть. Пожалуйста. Если сейчас тут будет 90 плюс, или просто 90 или 90 плюс, то я разыгрываю, хотя я не знаю, как это делать. Блин, что за... Короче, что-то сделаю. Сделаю розы аккаунта в Бравл Старс. Хотите такой? У меня есть один аккаунт, там 16 тысяч. Он не нужен практически, можно сказать. Тут 90 плюс, я сказал. Офигня, тут кто тебе 90 плюс дает? Но! Значит, еще 10. Так что... открываем! Я вам сказал, волкаут 90 плюс. И я беру и продаю свой аккаунт. Не продаю, разыгрываю свой аккаунт в Brawl Stars. Погнали. Раз, два, три. Волкаут нет. Ну, я говорю, играем сама не хочет, чтобы вы получили аккаунт. Это и... игру спрашиваю. Раз, подключим. Да почему ты волка не выпадает? Ё-моё, блин. А у Бумиян последний? Последний спас. Я сказал, 90 плюс. И я разыгрываю свой аккаунт. Я разыгрываю свой аккаунт. Если кто-то хочет купить за 10 тысяч рублей, либо разыгрываю. Выбирай прямо в комментариях. Последний пак. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15, 50. Алло, вам никто не даст. Я держал кулачки, чтобы выпал волкал. Не, игра не хочет. Спрашивайте у игры, почему она не хочет. Ну что ж, друзья, вот такой ролик получился там. Что мы сегодня добыли? Ничего себе не добыли, карты говоря. Скоро у нас будет... я не знаю, как это будет новый ролик, но... когда там будет? Будет, когда? Либо я продам. Короче, я готов следующий ролик сделать. Я куплю кого-то из вот отсюда. Где-то, ну, понедельника. Ну, воскресенье, если получится, я вот отсюда куплю кого-то, если получится. 90 плюс игрока. 90 игра. Какая скорость вот у этого игрока? 90? 77? Фу, у меня есть игрок, бля. 90 какой он. Карта, у тебя какая скорость? У него 77, хотя написано, он скоростной 89. Хотя защитник. Короче, ну такой, я сказал, мы купим кого-то отсюда и протестируем там. Ну что, друзья, вот такой у нас ролик получился. Ставьте лайк, подписывайтесь на нас. Всем пока-пока.